Всем привет, меня зовут Оля. Сегодня вместе испечем воздушные булочки с яблочной начинкой. Безумно ароматное, нежное тесто и много сочной начинки. А еще булочки красивые и очень аппетитные. Рецепт, как всегда, найдете в конце видео и в описании к видео. В первую очередь сделаем тесто. В миску для замешивания теста всыпаю дрожжи, прессованные или сухие быстродействующие, и сахар. Вливаю теплое, не горячее молоко. Хорошо размешиваю. Всыпаю ванильный сахар, соль и вбиваю яйцо. Все размешиваю до однородности. Теперь в несколько приемов всыпаю просеянную муку и замешиваю тесто. Муки может понадобиться немного больше или меньше. Это зависит от ее качества. Тесто будет вязким и липким. Теперь вливаю растопленное сливочное масло, еще теплое, в 2 или 3 приема и вмешиваю его в тесто. Когда все масло вмешается, вымешиваю тесто, пока оно не соберется в гладкий, мягкий шар. Тесто не будет липнуть к столу и рукам. Округляю его и помещаю в миску, смазанную подсолнечным маслом без запаха. Накрываю и оставляю для брожения на 1,5 часа. Яблоки выбирайте твердые, кисло-сладкие, ароматные. Очищаю их и убираю сердцевины. Нарезаю небольшими кусочками. На сковороде растапливаю сливочное масло, всыпаю яблоки, к ним добавляю сахар и немного корицы по вкусу. Готовлю, пока яблоки не станут мягкими, но при накусывании будут еще немного хрустеть. Это называется состояние альденте. Яблоки должны сохранить свою форму и не превратиться в пюре. Оставляю начинку полностью остыть. Готовое тесто обминаю, делю на 8 частей, будет 8 булочек, получается примерно по 65 граммов. Каждый кусочек теста обминаю и округляю, накрываю их и оставляю отдохнуть на 10 минут. Стол слегка присыпаю мукой, тесто кладу швом вверх, раскатываю в небольшой круглый пласт. Начинку перемешиваю и кладу на тесто 1/8 часть или 1 столовую ложку с горкой. Собираю края и защипываю. Переворачиваю швом вниз. Немного прижимаю рукой. По кругу делаю 8 небольших надрезов шпателем или ножом. Переношу на противень, застеленный бумагой, на расстояние друг от друга. Сформированные булочки накрываю и оставляю их на расстойке на 30 минут. Перед выпечкой взбиваю яйцо. 1 столовую ложку сахара смешиваю с корицей по вкусу. Булочки смазываю взбитым яйцом. В центр кладу половинку или четвертинку грецкого ореха.
и присыпаю сахаром с корицей. При 200 градусах выпекаю булочки 17-20 минут. Остывать перекладываю на решетку. Безумно ароматное, очень вкусное тесто и много сочной яблочной начинки. Все это дополняет поджаренный грецкий орех. Грецкий орех хорошо сочетается и с яблоками, и с корицей. Друзья, очень рекомендую, обязательно попробуйте. У меня все, удачной вам выпечки. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч, пока!